Сегодня 24 января. 24 января 1722 года Петр I пересмотрел налоговую систему и даже издал специальный указ. Первый император всероссийский подворное обложение заменил подушной податью. Этим налогом облагались все мужчины податного сословия, независимо от возраста. Были, однако, в истории и забавные налоги. Все при том же Петре купцы, к примеру, платили с домашних бань по 3 рубля, дворяне по рублю, а крестьяне по 15 копеек. Или плати, или не мойся. 24 января 1911 года на главной улице Самары, Дворянской, в доме номер 87 открылась мастерская по ремонту дамских нарядов. Местные прелестницы толк в моде знали. Особенно они любили посещать известный в то время магазин «Парижский шик». Он тоже находился на Дворянской. Здесь продавали самые красивые блузы, юбки, платья и дамские шляпки. Маленьких самарцев порадовал день 24 января 1903 года. На Алексеевской площади, в районе современной площади Революции, открылся магазин «Детское приданое». 24 января 1949 года. Сельская молодежь встала на лыжи. В Куйбышеве прошли областные соревнования по лыжным гонкам. И продолжая тему спорта. 24 января 1953 года. В Куйбышеве на стадионе «Локомотив» открылось первенство СССР по русскому хоккею. В соревнованиях приняли участие 8 сильнейших команд страны. 24 января в 1901 году родился Михаил Ром. Молодежи это имя сейчас практически неизвестно, но старшее поколение помнит знаменитого на весь мир режиссера и его фильмы «9 дней одного года», «Убийство на улице Данте», «Обыкновенный фашизм». Сегодня свой день рождения отмечает Юрий Башмет. Дружба Самарской губернии со всемирно известным дирижером зародилась давно. В Самаре Юрий Башмет открыл детскую музыкальную академию стран СНГ. Сегодня с днем рождения поздравляют Екатерину Климову, одной из самых востребованных актрис театра и кино. День имени отмечают Виталий, Степан, Владимир и Николай. Сегодня от народного календаря веет весной. 24 января – день Федосея Весняка. Тепло в этот день предвещает раннюю весну. А еще была примета – если Федосея в день птица клювом в окошко стукнет, то жди добрых вестей. Хороших новостей. Увидимся завтра.